Пацан, знаю. Я Дворецков. Есть такой человек. Я, короче говоря, готовлюсь уже к зимнему сезону, чтобы сучки западали. Для этого я откопал на антресоли, на советской, свою любимую на папиру. На папире же. Это та фирма, на которой западают все бабы. А это значит, что ты постоянно будешь с бабами. Это значит, что тебе будут давать. А все благодаря чему? Да вот, видите, надпись написана на папире же. И все, они это видят. И все, у них что-то в голове, короче говоря, пацаны, переклинивает, и уже точно можно совершенно спокойно проходить к любой тёлке знакомиться, потому что она понимает то, что это дорогая куртка, значит, у него есть бабки, а если у него есть бабки, значит, что нужно делать? Да просто-напросто давать. А бабки-то реально, короче говоря, есть. Как вы думаете, что у меня находится здесь в кармане, в моем, на папире? Сейчас, короче говоря, запущу туда руку. Чё. Внимание, пацаны, там всего две вещи, а вот называется она хай. 5. Внимание, на рынок выходит одноразки Хай 5 на 1500 затяжек. Внимание, Хай 5, они непростые, вообще непростые. Короче, я полагаю то, что эти Хай 5, внимание, завоюют, короче говоря, рынок. И вот следующее, самое топовое, она в тубусе. Чуй, короче, вы смотрите, какой дизайн вообще, короче, от этого дизайна вообще можно просто ошалеть тоже. Хай 5, внимание, чего? Она на 3000 тяг, пацаны, внимание, читайте, 3000 тяг. Видите, сколько разных разнообразных одноразок? Ну, у меня еще не было первый раз за всю историю, когда 3000 тяг. У меня не было. По-моему, самое большое было 2500. Все-таки не сделали. 3000 тяг. Внимание, вот они, Хай 5. Внимание, у этой самой топовой в их линейке Хай 5. Внимание, у нее Type-C. Ни разу в жизни я не видел то, что зарядка была в одноразке Type-C. Это впервые, когда Type-C. Впервые в этой Хай 5 на 1500 затяжек. Внимание, RGB-подсветка. RGB-подсветка. Встроенный аккумулятор, блядь, 900 мАч. Еб твою мать, нихуя, ебать. Никотин-ароматизаторы, пропилен гликоль. Так, Хай 5 посмотрим. Короче, ладно, пацаны, откупим кубышку. Очень казочно сделано. Посмотри, такая здесь, короче говоря, абстракция. Это одна из самых красивых одноразок. Если ее кто-то в руках у тебя увидит, все, ты будешь самым топовым челом. Так, откупим кубышку, достанем. Внимание, смотрите, как классно сделано. Она вся прозрачная. Ни с одной стороны нету ни серебрянки. Вообще вся прозрачная. Откупим кубышку, потому что она разрисована. Посмотрите, как она сделана. Ну, естественно. Но силиконовые колпачки, куда же без силиконовых колпачков? В данном случае у меня клубника, короче, арбуз. Посмотрите, она вот такая вот прозрачная. Прозрачная, и внутри вот этого прозрачного кожуха, посмотрите, такая японская, это, короче говоря, какой-то, если мы видим, какой-то бык, и у этого быка в ноздре серьга, видите, японские модные стильные иероглифы, короче говоря, это одна из самых модных и одна из самых красивых одноразок, нихуя себе, блядь, дизайн, я вообще охуел, блядь, масштук тоже, блядь, необычный, это одноразка на 1500 тяг, блядь, может, ёптова мать, попробуем сейчас ее, блядь, она может, блядь, заряжаться, а здесь, пацаны, обычная, микро-USB, блядь, смотрите, здесь идет микро-USB, естественно, она может, блядь, подзаряжаться, это вообще за ебись нахуй. Почему это заебись? Скажут, блядь, Дворецкого, что ебанутый, что охуел, что, блядь, как она, блядь, может, блядь, подзаряжаться, если, блядь, ты типа прискурил ее, блядь, сжижет, блядь, закончился, аккумулятор сел и выкидывай. Нихуя, блядь, пацаны, блядь. Все одноразки, когда мы их посасываем, покуриваем, мы ее, блядь, высосали нахуй, а там жижа, блядь, осталась, аккумулятор уже кончился. Чего? А зарядки нихуя нет. Здесь же пацаны, блядь, все предусмотрели. Это топовая сига, это предтоповая сига на 1500 тяг. И даже на 1500 тяг, блядь, она, сука, блядь, ебать его в рот, блядь, заряжается. Вот здесь что сделали такой крутой, блядь, разъем. Вообще, блядь, молодцы, блядь, сейчас охуеете, ебать, нахуй, слушайте, нахуй, я хотел брать машину, думал, сейчас машину возьму, для чего буду баб возить. Короче, почему я хочу брать машину и хотел брать машину, потому что, блядь, ну бабы хуево ведутся, баб хуево брать без тачки. Ну куда, сейчас зима будет, представлять, как абсурд, как долбоеб, блядь, поедешь, нахуй, на метро, блядь. Ну хуйня, ебать, нахуй, хотя до этого я говорил то, что, блядь, машина не нужна, блядь, это дорого. Да, естественно, дорого, вообще не нужна, блядь, а баб как брать, блядь? Это как, блядь, без баб, нахуй, а баб, нахуй, в кафешку подъехать, за ней заехать, не только в кафешку, а просто сидеть в машине, блядь, и ее, блядь, сосать, будет заебись, блядь. Как я увидел цены, блядь, и чуть не охуел, нахуй. На 1500 тяг, блядь, Хай 5. Мало того, что дизайн такой, посмотрите, какой необычный манштук, блядь. Вкус у меня клубника, блядь, арбуз. Посмотрите, матовый дизайн, блядь. У них та же, блядь, есть вкусы, блядь. Банан, арбуз, блядь, манго, нахуй. Ледяная дыня, блядь, и мамба, нахуй. Виноград, розовый лимон, блядь. У них их дохуя вкусов, блядь. Есть ягодный микс, блядь, клубника, нахуй, арбуз, блядь. Охлаждающий лимон и ледяной, блядь, банан, нахуй, есть, блядь, заебись. Короче, как вам, парни, блядь, я опять стал, блядь, садить, ебать его в рот, нахуй, матом, блядь, свершил. Постоянно пишут, бля, где мат, нахуй, смотреть не буду без мата, блядь, из-за того, что, бля, суки, твари ебаные, блядь, смотри, типа, написали, я тебя, говорит, не буду, говорит, смотреть, блядь, какие-то капризные пошли, блядь, фанаты, или просто пизда, блядь, зрители, нахуй, блядь. Я отпишусь, не буду тебя, блядь, смотреть, нахуй, блядь, мне приходится из-за них, блядь, садить, ебать его в рот матом, короче, потому что, когда я просил, напишите, блядь, то, что мат вам нравится или нет, с матом садить или без мата, все стали писать то, что нет, чё, охуёвший, блядь, Дворецков, нахуй, обязательно, блядь, садить, ебать его в рот, блядь, с матом, нахуй, на папире, нахуй. Клубника, арбуз. Ладно, пацаны, блядь, ебашим, нахуй, попробуем, нахуй.
сука, холостяцкая нора ебаная, так заебала, блядь. У меня, короче, комната уже стала, как ебаный, блядь, склад, нахуй. Я ебу, нахуй. Что это такое, нахуй? А, нихуя. Блядь, это, короче, скоба, блядь, чтобы отжиматься. Очень полезно заниматься спортом. В качалку я нихуя не хожу, блядь, сейчас, нахуй, от скоб, блядь, отжимаю. Скоба, нахуй, на пол и заебись, блядь. После того, как по фапоню, блядь, нормально, блядь, размяться, нахуй. Вообще заебись, топ, нахуй. Ладно, посмотрим, что, как, короче, подхожу к девочке, блядь, меня здесь в кармане полеживает, блядь, моя, нахуй, вот так обязательно не так вот хожу, обязательно вот так вот, блядь, чтоб клапан внизу был, чтоб видно было, что я в напе, нахуй, на папире, блядь, а на рак, нахуй. Внимание, так, к бабе подхожу. Девушка, здравствуйте. Можешь с вами познакомиться? Достаю, блядь, ебать, хай 5, нахуй. Хай 5. А мое самое любимое, блядь, число, нахуй, это 5. Почему, нахуй? Потому что у меня 5 августа, блядь, день рождения. Мне, кстати говоря, будет 29 лет, блядь. Заебись. Блядь, какой же, сука, ебать, его вроде дизайн сделали под стеклом, под матовым. Картинку влепили, нахуй. Клубника и арбуз, нахуй. Ладно, пацаны, блядь, попробуем. Я забыл, ебать, какой я дурак ебаный, блядь. Я забыл то, что здесь RGB-подсветка, блядь. RGB-подсветка, вот почему, посмотрите, блядь. Она играет. Смотрите, может быть, нихуя не видно, потому что у меня подсветка сейчас, чтобы меня было заебись видно. Короче, вот почему под стеклом сделали картинку. Я забыл, когда с вами, блядь, пиздел, нахуй, я забыл то, что здесь, короче говоря, блядь, RGB-подсветка. Когда затягиваешься, вот эта вся красота, блядь, представляете, на дискотеке, блядь, где-нибудь, нахуй, или к бабам, нахуй, на вписку, блядь, подъехал, достал. Свет-то, блядь, притушенный, приглушенный, с бабы зависаешь, нахуй, из кармана еблись, нахуй, блядь, в рот, нахуй, затянулся, все обсосы, уёбки, блядь, с обычными одноразками. А ты такой хуяк, у тебя, блядь, RGB-подсветка. Бля, мигает, нахуй, бабы на тебя внимание обращают, с тобой больше знакомиться, и с тобой матка, блядь, пойдет, нахуй, в соседнюю комнату, на вписке, блядь, и все благодаря этой, блядь, RGB-подсветкой. Смотрите, она как горит, разными цветами, блядь, переливается. Короче, пацаны, она разными цветами, во-во, переливается, видно, просто повторяюсь, у меня сейчас горит свет, блядь, чтобы меня было заебись. Во-во-во, она переливается, тварь ебаная, блядь, нихуя себе. Короче, блядь, охуевшие, блядь, они, блядь, пизда-то сделали, нахуй. Она нихуя не сразу, блядь, гасит, а как-то, блядь, вдохнул, нахуй, блядь. Она еще, блядь, мигает долгое-долгое время, блядь, нихуя себе, блядь. Вот почему, блядь, под стеклом матовое, а там, блядь, подсвечивается вот эта охуенная картинка. Нихуя хитро, блядь, пацаны сделали, а вообще хитро. Компы с RGB-подсветкой. Хочу новый стол на новую хату взять, блядь. Выше поставлю системный блок, блядь, там будет видно, блядь, RGB-подсветка, блядь, в прозрачном корпусе. А теперь, короче говоря, блядь, будет этот блок, блядь, сочетаться, блядь, с RGB-подсветкой, еще, блядь, теперь въебали в электронную сигу. Хай 5, блядь, вообще молодцы, блядь. Сейчас, сука, блядь, посмотрю, что же такое, блядь, топовая, блядь, сига, нахуй, блядь. На 3000 тяг. Много пара, много ебашек генерирует пар. Как оно красиво. И матовое стекло они въебали. Не обычное стекло, а матовое. Блять, как пиздато, блять. Красота, нахуй. Нихуя. Я представляю, как, блядь, света не будет. Как на дискотеке она будет, нахуй. Ебать, все тёлки будут на меня внимание сразу, блядь, обращать. Ребят, вообще очень топовый вкус. Яркий, насыщенный, блядь, вкус. Клубника и арбуз, блядь. Я думаю, эти одноразки, блядь, действительно завоюют, блядь, своего, блядь, потребителя, блядь, однозначно. Потому что очень мало, блядь, с RGB-подсветкой. С зарядками я видел, да. Но с RGB-подсветкой вот с такой нихуя нету. Вкусы примерно. Реально они сюда въебали, блядь. Очень яркий и сочный. Хай 5, блядь. Ебать, нахуй. Очень многим понравится. И очень сладенький, вкусненький, блядь. Насыщенные все, блядь. Все вкусы, блядь, яркие, блядь. Искрятся на небе. Ну, это примялки, блядь, используются, ну, блядь. Короче, вообще, блядь. Просто, нахуй, топ, нахуй. Посмотрите, стоит, я вдохнул. Смотрите, блядь, затянулся, и она мигает. Просто красота, блядь. На 1500 тяг. Внимание, посмотрите. Хай 5 на 3000 тяг они въебали. Посмотрите, какой цвет, блядь. Просто топ, нахуй. С такими штучками, блядь. Написано хай 5, блядь. 3000 тяг, блядь. И в таком охуенном тубусе, блядь. Здесь у них, блядь, проверка есть на подлинность, блядь. Наводишь смартфон, переходишь, и видно, палю тебе или нихуя, блядь, ебать. У меня, естественно, оригинал, блядь. Хорошо, что сделали проверку здесь, блядь, хай 5, нахуй. Короче говоря, естественно, все ссылки я ставлю внизу в прикрепленном комментарии под этим видео, там, где я брал, блядь, эти сиги хай 5, блядь, на обзор, блядь. Выходят, блядь, на российский рынок. Только-только они, блядь, выходят. Сейчас эти сиги, блядь, везде, блядь, появятся. Пизда, блядь. Ладно, пацаны, откупим кубышку. Здесь силиконовые колпаки в этом тубусе сделаны, посмотрите. И тубус, как дорогая сигара. Ой, блядь, нихуя себе, блядь, ебать тяжеленькая, нахуй. Понятно, потому что 3000 тяг, блядь. И, внимание, пластик используется, который, блядь, нихуя не плавится. Никак, блядь, в других конкурентах. Брака практически нет у них, блядь. И охуенно, блядь, используют пластик, блядь. Он не входит, блядь, в реакцию, блядь, со спиралью, блядь, из жижи, блядь. Специальный пластик они какой-то, блядь, используют. Настолько она, блядь, красивая. А тубус можно использовать вообще для чего угодно, блядь. Пизда хай 5, нахуй. Опа, нихуя, посмотрите, блядь, парни. Здесь такая идет, блядь, наклеечка. Очень тяжеленькая. Вся синяя, тут написано хай 5.
5, и какой дизайн, блядь. Ничего здесь не написано, просто на синее. Тут колпачок, блядь, чикаю сюда, блядь. Очень глянцевый, посмотрите, обтекаемый глянцевый, блядь, манштук. Очень, блядь, прикольный, приятный. Гладкий, глянцевый, блядь. Походу идет, блядь, подсветка. Вот по периметру, видите, полоса подсветки здесь, блядь. Type-C написано, блядь, для дебилов, нахуй, блядь. Чтобы понятно было даже, блядь, Type-C. И здесь наклейку можно содрать. Чик, нахуй. Ух ты, блядь, как красиво, нахуй. Посмотрите, ебать, его в рот, нахуй, как сделали с накаткой. И здесь уже, пацаны, Type-C. Type-C еще с накаточкой сделано, блестит, переливается такими разводами, полосками, кругами, нахуй. Type-C, блядь, в первый раз я ее видел, дорогой разъем, ебали, Type-C, блядь. Все. Это Type-C-шка четкая, блядь. Ну, совсем мир сошел с ума. Уже, блядь, в одноразке, блядь, въебывают Type-C. Прикиньте, они даже, блядь, настолько охуенно позиционируют свой, блядь, продукт шикарный, блядь. Хай-5, нахуй, одноразки, блядь, то, что, блядь, въебали Type-C. Это, блядь, 3000 тяг, пацаны. Это самые большие тяги, блядь, которые у меня были, блядь, вообще на обзоре, нахуй, вообще заебись. С первой тяги уже, короче, кайф, блядь. С первой тяги, блядь, чистейшие вкусы. В данном случае это ягодный микс. Плеяда ярких, блядь, вкусов, блядь, во рту, нахуй. Все ягоды собраны в одном, блядь, месте, блядь. Разнообразные ягоды. Это мультифруктовый вкус, блядь. Ягодки, блядь, чистейший вкус, блядь. Очень чистый, блядь. Никаких примесей вообще не чувствую. Пацаны, вообще кайф. И легкий холодочек. Кулер, чуть-чуть. Пацаны, как я говорил, смотрите. Светится, блядь, ебать, нахуй. Кружок вот этот ебаный, блядь, светится. Сколько зубы что сделать, нахуй, еб давай. Два лимона надо на зубы, блядь, вынимать. Дело не в лимонах, потому что надо делать импланты. Как сверлются, нахуй, короче, блядь. Вот так вот дырки сверлются, импланты, блядь, вставляются, нахуй. Такой ключ, блядь, заворачивают, нахуй. Заворачивается каждый шуруп, блядь, отдельно, нахуй. И на шурупы уже нащелкиваются зубы. Представляете, в кости сверлить дырки, блядь. Ебать, в рот, нахуй. В общем, это просто пизда. Ребят, Хай-5 меня просто, блядь, удивил. Вообще топовый, блядь. Мало того, 3000 тяг, да еще Type-C въебали. Вкусы, блядь, просто чистые, блядь. Держится во рту держится. Короче, во рту держится, блядь. Можно что-либо делать, блядь, во рту она будет, блядь, сука, блядь, ебать, его рот, нахуй, держаться. Мне нравится, блядь, матом, блядь, садить, блядь. Без мата, честно говоря, вообще, блядь, не то, нахуй. Я не виноват, блядь. Это ебать, его рот, блядь, YouTube жмет, нахуй, YouTube зажал. Был бы у меня, блядь, в руках YouTube кнопки, блядь, админки, нахуй. Я бы, блядь, только свой канал, блядь, поднял бы, нахуй, остальных долбоебов всех, блядь, каналы опустил. И только мой канал был бы в топе. О, заебись. Так, надымусь. Пара, короче говоря, генерирует вообще много. 3000 тяг. Короче, закончилось, блядь. Заряжаешь, так. Аккумулятор большой здесь стоит, нахуй. Здесь же тоже они въебали, блядь, RGB, блядь, подсветку, блядь. Не просто так, блядь. Смотри. RGB подсветка тоже, блядь. Потому что она светится, блядь, разными, блядь, цветами. Не одним цветом, а разной переливается. Стоит сенсор здесь. Посмотрите, их ебашит, нахуй. Очень красиво, блядь. Разнообразный, блядь. О, измигало в конце. Короче, какая-то стоит умная плата, блядь, с алгоритмом, нахуй. Не просто так. Сначала втягиваешься, потом она переливается. Как салютно. Потом вот так вот, блядь. Потом учащается, блядь. А потом просто, блядь, вот так переливается, блядь. Короче, стоит, блядь, плата. И сюда записан, блядь, на плату алгоритм. Как после тяги, блядь, она будет, блядь, светиться. Пизда, нахуй. Из жидкости сюда нахуячили, блядь. 10 миллилитров, нахуй. Пиздец, нахуй. Жесткий контроль качества, блядь. Как я сказал уже, блядь, не вообще отсутствие брака, нахуй. Блять, высокая степень, блядь, вкуса передачи, пацаны, здесь, блядь, пиздец, нахуй. Внимание, пацаны, блядь, варианты, блядь, топовые, блядь, на 3000 тяг, блядь. У них есть, блядь, 5 вкусов, нахуй. Виноград, блядь, розовый лимон, нахуй. Ягодный микс, блядь, как у меня, нахуй. Клубника, арбуз, блядь, у них есть, блядь. И охлаждающий лимон, блядь. Этих, блядь, 5 вкусов, нахуй. Блядь, мы просто, блядь, топовая вещь, короче, блядь. 3000 тяг, блядь, очень стильные, нахуй. Ебать, нахуй. Вкусы, блядь, вообще кайф. Короче, пацаны, блядь, Хай-5. Я думаю, сейчас они зайдут, блядь, на рынок, нахуй, блядь, с этими одноразками, блядь. Просто все будут от них, блядь, просто, блядь, визжать, нахуй. Короче говоря, посмотрел, блядь, на машины я, нахуй. Такие цены въебали на тачки, блядь. Короче, вообще поступишься, хуй, вообще купишь, нахуй, тачки, блядь. Я охуел, блядь, какое-то ведро ебаное стоит, нахуй. 1,5 ляма, нахуй. Лям это вообще помойка, блядь. Какой-то ВАЗ какой-то помойный лям 200 уже стоит. Хуета какая-то ебаная, нахуй. Блядь, пизда, блядь. Короче говоря, походу, блядь, можно тачку, короче говоря, не брать, а просто пользоваться, блядь, каршерингом. Хую знает, блядь. Выкидывать такие бабки, потом еще гараж брать за лям, за 1,5 ляма, блядь. Ну и он нахуй, блядь. Пизду, блядь. Я охуел. Что с машинами творится? Напишите в комментах, что за хуйня, почему такие цены они въебали. Ёб, пацаны, короче, Хай-5 с RGB подсветкой на 1500 тяг и на 3000 тяг. Ну просто вообще мне конкуренция. Ну просто посмотрите, блядь. Ну просто это вообще, блядь, топ нахуй. Все они, блядь, с зарядками, блядь. А у этой, блядь, есть и вообще Type-C. Ну просто пизда. Перезаряжаются. С тобой был, блядь, звездный мальчик, блядь, с этим охуенным, блядь, качественным продуктом, блядь, с новыми одноразками. Хай-5, блядь, пизда, блядь. Продолжаем чилить, нахуй. Готовим шматье, блядь, на зиму, блядь. Чтобы брать сучек, желательно, блядь, на папире, блядь. Пизда-то вечно.